Полицейские уложили коллег на лопатки. В Челябинске прошел чемпионат по самбо среди сотрудников правоохранительных органов. Соревновались в 6 весовых категориях, как в личном первенстве, так и в командном зачете. Это популярный вид спорта среди сотрудников, считается служебно-прикладным. Это спорт сильных и мужественных людей, поэтому очень популярен среди сотрудников органов внутренних дел. В соревнованиях приняли участие 138 спортсменов из 36 команд. Были среди них и титулованные борцы, 2 мастера спорта и 4 КМС по самбо. Мне самбо помогает поддерживать физическую форму. Я являюсь сотрудником, инспектором профессиональной подготовки по дзюдо. И самбо-дзюдо мне помогает в развитии нашего спорта. По итогам чемпионата будет сформирована команда, которая будет представлять область на федеральных соревнованиях. За год полицейские приняли участие в 7 состязаниях. Спортивные активности охватили больше 2000 сотрудников правоохранительных органов.